Сереженька, скажи, пожалуйста, почему ты не берешь от меня зрителей в студию? А им много лет, а им много лет, и они не с Москвы. Понимаешь ты, нет? Я-то понимаю. Но. Ребят, вы все понимаете, да? Москва и Московская Москва, область. Московская пока. Область, до 35. Пока. Друзья мои, вы не думайте, что я пошутила. На самом деле, реально, Ашот родной брат Иосифа Оганесяна. Он просто стесняется. Убери вот какого эту историю. Брата? Дорогие друзья, я вам напоминаю, кто хочет спасибо попасть на телепроект «Дом-2» в качестве участника, пишите, пожалуйста, Надежде Ермаковой. Ссылочку оставляю. Дорогие друзья, обратите внимание, даже на верхней одежде череп и кости. Как вы думаете, чья это одежда? Угадываем, пишем мне в директ. Посмотрите, дорогие друзья, наглым образом забрали корону у Захара Соленко. И теперь, а у кого забрали корону? У Козлова Михаила. Ну ничего страшного, они и без короны проживут. Друзья, всем привет. Лешенька, прекращай вздыхать, в твои 20 лет жизнь только начинается. Говори, намотался опять? Нет. Говорят, Иванову бросил. Нет. Чего нет? Почему нет? Не бросил ее, она хорошая. Ну, определись уже, Иванова или Болинская? Иванова, конечно. Иванова любишь? Так, дорогие друзья, пожалуйста, кто переживает за вот этого парня, Захара, у него все в порядке, все хорошо. Он отлично. Потрясающе справился со своими обязанностями вот на яхте. Молодец, Захар, да, я молодец. Тебя поздравляю. Молодец. Себя ждет большое отлично. Будущее. Сам я, себя да. не похвалишь, никто контент. Не похвалит. Контент. С Яночкой у них все хорошо, у них любовь. Я надеюсь, скоро будет свадьба. А, вот. Это Шакеева. Я надеюсь, скоро у них будет свадьба. Захар, ты рад, ты что не надейся. Какая ты все-таки... Зая! Ян, что происходит? Все, он тебя не я любит, не он уходит в другой. Люблю. Пока, друзья. Женечка, здравствуй, рыбка моя. Привет, ненаглядная. Моя. Говорят, ты наконец-таки бросил белую. Слава да, тебе, Господи. Новую кому еще. Она чукнула? Че она? А, я знаю, она ушла к Кудряшову. Друзья, да. Сенсация белая с Кудряшовым. Пока. Настя, он мне признался, что он от тебя отказался и бросил тебя. Зачем ты его засасываешь? Все мужчины, блудные коты, не верь никому. Так, дорогие друзья, посмотрите, кто к нам приехал на шоу «Бородина против Бузовой». Смотрите через неделю в 11:30 на канале ТНТ. И самое главное, ребятки сказали, что если не будет вот этого, мы в студию не выйдем. Вы всегда за бухло только приходите, я не понимаю. Нет, Лиза, мы только с почему недавнего такие... времени. Нас жизнь так потрясла. Колдырить, да, колдырить мы знаем. А как вы умеете колдырить, мы знаем. Пока. Лиза, ладно, шутки шутками. Скажи мне, пожалуйста, ты нашла мужчину своего сердца? Опять колдыришь? Хватит бухать. Нет, ну, я... Ладно. Свинчиком. Свинчика, ты полюбила алкоголь, я так? Да нет, ну я же сказала тебе, что я вернусь встретить свою любовь. На дом 2? Когда тебя ждать? К Должанскому да. ты придешь, Лиза, это возмутительно. Я думаю, он будет в шоке, сразу тебя полюбит. Друзья, сенсация! Елизавета Триандафилиди возвращается на проект к Должанскому. Ждем! Должанский, оцени. Мэри, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты все равно продолжаешь любить Саймона Марданшина. Это да. так? Ответ. Какое-нибудь сердечко. А, потрясающее сердечко. Сердечко, но... Нет, подожди, она продается. Какой Саймон? Ты не видишь, что ли? Она продается Саймону за деньги или мы за любовь? За чувство? Нет, как наши подписчики, что как только речь идет о Саймоне, я сразу начинаю терять дар речи. То есть, это правда, любовь в тебе живет к Саймону. Саймон, запомни, Мэри тебя продолжает любить, ценить и уважать. Пока, друзья. Я легла в час ночи спать, уснула в 6, проснулась опухшая, проснулась прыщами, страшно. А, Лизонька, и знаешь, я что тебе хочу сказать? А. Пить надо меньше. Но что ты и делаешь. Продолжай, моя детка, в том же духе. Пока. Подожди, Лизонька, знаешь, это как в песне поется. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка. Мэри, Лиза жалуется, что у нее испортилось лицо, она опухшая, отекшая, чего не скажешь по тебе. Хотя я выпила из Лизы все соки. Ты выпила из нее все соки? Шутка, я только отдаю ей энергию. Лиза красавица. Лиза красавица, я не знаю, самая красивая девушка, это Лиза Триандафилиди. И Мэри Кулешова. Друзья, берите пример с этих потрясающих, роскошных дам. Знаешь, возьму, я летала и думала так. Да, есть вероятность. Скоро мне надо моделью все-таки. Не, ну она хорошая девчонка, ничего не страшного. Хорошая, она себя все навела, потому она достойная. Да, ему хочешь кого же? Ты всех сравниваешь, кажется, все первое. Ты мне, по крайней мере, на острове рассказывал, когда мы выезжали, помнишь? Вот один ее про эту девушку. Да нет! Смотри, папа. Ё-моё, вот все, сейчас вот выйдет. Я к тому-то, что...
Я рада, что вы помирились. Молодцы. А вот подарочек от нашей крестной. Спасибо большое, наша любимая Натошенька. На выходные обязательно пойдем купим подарочек от тебя. Поздравим Василисочку. Вот еще подарочки продолжаются. Шикарный букет.